Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очередная передача «Револьвер». Я Семен Богдасаров, ее ведущий. И у нас в гостях Вадим Соловьев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Почему Вадим Соловьев? Ну, мы сегодня будем говорить на достаточно, достаточно актуальную тему о политическом и религиозном экстремизме. И комитет, который, в котором работает Вадим Соловьев, он как раз занимается вопросами миграционными, миграционными вопросами. И этот, этот вопрос, к сожалению, очень тесно связан с проблемой миграции. Мы видим, что чуть ли не каждый день у нас ä, происходят какие-то события. Наши правоохранительные органы, надо отдать им должное, арестовывают те или ячейку. Относительно недавно, 2-3 недели назад, это атака Ферва Хиджира очень опасная экстремистская организация. Дня назад мы все слышали, что в Дагестане арестовано было 52 человека, это членов Хезбут Тахрир Исламия. Все это наводит на мысль, что это, к сожалению, вот э, такое такая, такая опаснейшее явление, не говоря о том, что в Татарстане, вы знаете, были сожжены ряд церквей, что э, целью этих экстремистов, вне всякого сомнения, было и есть столкнуть э, православных с мусульманами, э, с исламом, что для нашей страны ни, 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 крайне не и очень опасно. Вот мы сегодня поговорим и об этом, и что надо делать, чтобы этого не было. Вот, Вадим, ваше мнение по этому вопросу? Ну, я полностью согласен о том, что возникновение вот этих всех фактов, о которых вы говорили, во многом... Первопричина является в том числе и вопросы, связанные с неконтролируемой миграцией, которая сегодня есть у нас в стране. Значит, дело в том, что в принципе я вспоминаю советский период и из всех этих вот событий, которых вы назвали и террористических актов, которые были, я могу вспомнить только 78 год, когда в метро один раз был взрыв, и потом органы КГБ очень быстро раскрыли эту террористическую группу и они были очень сурово наказаны. И в принципе тогда границы были закрыты на прочном замке, и вопросы с миграцией, с незаконной миграцией тогда даже не возникал. Сегодня же практически это э, или вообще не контролируется или э, со стороны наших органов власти и правоохранительных органов, или контролируется крайне э, отрицательно, неудовлетворительно. Хочу сказать о том, что мы вносили э, в Государственную Думу проект закона, внесли, вернее, проект закона о необходимости введения виз для трудовых мигрантов. Значит, но, к сожалению, хода этому закону партия власти не дает. Так как бы боится, что мы отторгнем себя или каким-то образом подействуем на наши отношения с бывшими союзными республиками и нынешними странами СНГ. Хотя мы там предлагаем абсолютно реальный механизм контроля за миграцией, значит, именно за трудовой миграцией, для того, для того, чтобы контролировать эти процессы, мы предлагаем введение трудовых виз. И в принципе этот механизм он абсолютно реальный, и если бы он заработал э, значительная э, часть вот этой неконтролируемой миграции, э, она, проблема отпала, и в этом вопросе у нас бы появился определенный порядок. А у нас э, на линии Сергей, да, Сергей, служим вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вынужден не согласиться с вашим уважаемым гостем. Дело в том, что вот, так сказать, поставленная повестка дня по поводу возможных межконфессиональных осложнений в Татарстане и в Дагестане, они к вопросу нелегальной миграции никакого отношения не имеют, потому что Значит, вы... Сергей, я сейчас вам поясню: да, да. слушаем ваш да. вопрос, да, я понял. Вопрос понятен. Я с вашего значит, значит Давайте мы определимся в таком случае, что происход... происходит в Татарстане и на Северном Кавказе, что происходит вообще в стране, да, и при чем тут миграция. Значит, э... дело в том, что условно говоря, вот эти все террористические организации, экстремистские организации, их можно разделить на три составляющие. Первое, так называемый салафитского, или как у нас принято вахабитского характера, да, они эти структуры представлены прощения в большинстве регионов нашей страны, к сожалению. В том числе и Москве, и, к сожалению, Санкт-Петербурге. Да? Но есть, кроме всего прочего, международная организация. Это вот Хезбут Тахрир Ислами, который в Дагестане события были. Джамад Таблиги, это пакистанская структура. Хезбут Тахрир, это штаб-квартира в Лондоне. Но дело в том, что у нас, кроме всего прочего, в чем тут миграция, я поясню вам. У нас, если исходить из того заявления, что делает руководство Федеральной миграционной службы, за 9 месяцев этого года приехало в страну 15 миллионов мигрантов. Значительная часть их приезжает в Средней Азии. И тут мы периодически слышим, что у нас происходит арест исламского движения Узбекистана, исламского движения Туркестана, союза исламского джихада. Это имеет конкретное отношение к миграционным вопросам. К миграционным вопросам имеет то, что, к сожалению, приезжая сюда, они сливаются с нашими мигрантами. И их контролируют значительно тяжелее, чем наших. Поэтому это имеет непосредственное значение. В том числе, в том Дагестане был арестован гражданин Киргизии, один из членов международной организации Хезбург тахрел Ислами. Поэтому я тут Соловьевым согласен абсолютно, это тоже влияет. И для того, чтобы выработать меры борьбы, э, с, если так можно выразиться, с нашими, так сказать, деятелями, то мы должны четко отсечь и тех, кто приезжает сюда, что усиливает эти процессы. Я вам больше того скажу. Мы сейчас говорим о том, что так называемые наши граждане воюют в Сирии, да? В Сирии воюют на стороне радикальной оппозиции, да? Значит, но извините у меня, тоже визовый режим. У нас практически нет визового режима, облегченный визовым режим Турции. У нас через многие страны СНГ все это происходит поэтому это имеет отношение это надо рассматривать в комплексе вадим вы вот что можете сказать по поводу вопроса, который нам Сергей задал. Нет, я хочу сказать, безусловно, конечно, я назвал только один из факторов, которые влияют на ту ситуацию, которая у нас складывается. Но, безусловно, у нас и в стране э, свои есть организации и свои причины, которые возникают. Они тесно взаимосвязаны с этим. Конечно, всеми, да? они очень тесно взаимосвязаны и с, э, с теми организациями и с теми представителями тех организаций, которые к нам прибывают из-за рубежа. — Поэтому мы тут должны, конечно, говорить, говоря об экстремизме, ведь у нас не только религиозный сред, который мы сейчас говорим, у нас еще наверное, нет политического экстремизма, да, он не связан с миграционными процессами, но мы тоже должны его рассматривать в комплексе. Я считаю, что у нас и существует очень опасное явление, как леворадикальный экстремизм господу Дальцовых, это вообще людей, которых без чести и совести, да, там Илью Пономарева, который якобы левый радикал, он такой же левый, как я, я не знаю кто там, и так далее, да, и это тоже, это, и мы как сегодня говорим, мы должны прямо назвать вещи своими именами, что радикализм, какой бы он ни был, экстремизм, политический, религиозный, он представляет для нас большой, большую опасность, и мы не можем на сегодняшний день не видеть, что различные направления радикализма, они сливаются, они как бы создают общий фон. Вот я как бывший специалист по радикальным группам религиозного характера скажу что вообще-то э, условно говоря э, салафиты и э, э, хезбут Тахрар ислами должны между собой иметь конфликт но они не имеют не сливаются на антигосударственной основе и мы на сегодняшний день когда видим то что происходит на стране мы должны исходить из того что надо делать один из этих э, одно из таких решений это вне всякого сомнения поставить Значит, преграду на пути того, что мы называем значит, нелегальной миграцией. На самом деле это что значит нелегальная миграция. Сейчас мигрант, приезжая из государства Центральной Азии, например, он три месяца может по сути легально является, извините меня, за откровенность. За три месяца можно Бог знает, что натворить. И когда вот тут я с, с Соловьем не очень согласен, знаете, при, мы сейчас пытаемся принять какие-то документы новые. Но у нас есть документ. У нас есть документ соглашения 2000 года. Это соглашение, определяющее значит, отсутствие визового режима между государствами СНГ. А там есть статья 4, где написано, что если граждан того или иного государства, есть угроза здоровья, безопасности и так далее, то государство имеет право в течение значит, 72 часов вести визовой режим. У нас есть такой документ, так, товарищ Соловьев? Да, Но конечно. Но ну, власть не хочет он э, это использовать. Поэтому и, я тут согласен, Соловьев, это один из методов решения тем, что э, значит, происходит. Да, Сергей, мы слушаем вас еще раз. Ну, ва. Хотел бы дополнить, есть при этом проблемы с, скажем, радикальным исламом, которые ничуть при этом не решаются миграции извне. Потому что, как известно, за последние несколько лет произошло очень много террористических актов, связанных с именно убийствами муфтиев, исповедующих традиционный ислам. При этом в некоторых государствах, традиционно поддерживающих салафитов, есть государственные программы обучения муфтиев из других стран. И Огромное количество молодых людей, которые обучаются в медресе, их приглашают, обеспечивают им финансирование и поддержку в поездках, скажем, в Пакистан, в Саудовскую Аравию, откуда они уже возвращаются как... Сергей, я сказать, вас понял. Не как, не как, не как пехотинцы. Да, это, я понял, как идеологи. Как, а, как, а как идеологи, да. Сергей, значит, я, вам, вам, можно, я вам расскажу, что на самом деле происходит. Да? Вот самое интересное, что в советские времена, надо прямо сказать, что мы тоже отправляли некоторых наших священнослужителей для обучения за рубеж. Ну, вот я работал э, в, в Ташкенте, это, значит, там был такой муфтий Маверанахра, все средняя. представляете, что такое советское время, Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, он учился в Омане, его отправляла э, советская власть. Ему давали там стипендию и так далее. Он был э, постоянно, э, значит, работал с нашим посольством и так далее. А сейчас что происходит? Я вам поясняю. Вот есть такой исламский университет э, в Каире, самый авторитетный, Алясхар. Туда приезжает человек из Дагестана, из Татарии. Стипендии нет, общежития нет, никто с ним не занимается, его посольство. И что происходит? Приподходят ему к Салафиту и говорят, мы будем давать тебе стипендию, э, общежитие, еще денег, но только учись ты не у того богослова хорошего, а мы тебя найдем другого. И он там обучается, а потом вот происходит то, что вы говорите, собственно. Вот что, Сергей, происходит. Поэтому, когда мы говорим, не надо обучаться за рубежом, ну, надо откровенно сказать, да, надо создавать собственные исламские университеты, желательно, чтобы это были в Москве и Санкт-Петербурге, а не растаскивались по северокавказским субъектам или по, по Волжью, да, но и за рубежом тоже должны учиться, потому что авторитет богослова зависит от того, что он закончил. Но для этого надо отправлять туда людей, Значит, надо обеспечивать им там всем необходимым и за этим просто элементарно следить. И потом эти люди, приезжая сюда, будут нести положительно, а не отрицательно. То, что сейчас происходит, это хаос. Вадим, да, я хочу полностью поддержать вас в этом вопросе. Государство на каком-то этапе дистанцировалось от этих процессов, выпустило их их рук под благовидным предлогом того, что государство у нас церковь отделена от государства, государство от церкви. И я вот вообще тогда... не понимаю, как на практике можно отделить. Когда люди ходят, да, они ходят в церковь, мечеть слушают. Это идеология, да, в конце концов. Безусловно. И поэтому, конечно, наступает тот период, когда свято место пусто не бывает, и начинается контроль за и выпускниками, и за студентами совершенно других сил, которые потом используют их для борьбы и подрыва интересов России. Поэтому здесь надо государству возвращаться в эту сферу. Да, это вне всякого сомнения. Просто, когда мы... Ну, нужно изучить опыт Советского Союза. У нас почему-то считают, что в Советском Союзе ничего этого не было. Понимаете, вот как бы ну, не учили нигде, и вообще был вакуум. Не было вакуума, была система выработанная. Любая рели религия, она нуждается... Извините меня, сейчас, я думаю, многие не согласятся со мной, в государственном контроле. Религия — это сильная вещь. Особенно в нашей стране. Извините, у нас нет идеологии. У нас статья 13 Конституции э, отрицает наличие государственной идеологии, а вот разные партии движения, они имеют идеологию, а у государства не, не, не имеет права, это, это абсурд. Давайте это вечно называть своими нами. Россия и даже в нынешнем состоянии это империя. Империя, одной из главных характеристик, которая является многонациональность, религиозность, большая территория и так далее. И должно что-то объединять. А мы, значит, пока не имея идеологии, очень трудно с этим справиться. Идеология, которая объединяла бы всем. Собственно, главной задачей идеологии это, это и является. Когда мы говорим о национальной идее, ну что такое национальная идея? Национальная идея может быть у одной нации, второй, третьей, и в результате-то, что, к чему мы придем? мы придем к достаточно сплоченной ситуации. должна быть идеология я думаю со мной товарищ Соловьев согласен я с этим согласен безусловно но я не согласен с тем что у нас нет идеологии нынешний режим и нынешняя власть она предложила идеологию идеология сегодня денежного мешка получения прибыли э, э, обогащайся как может вот эта идеология это можно которая, сказать, идеология сатаны которая доминирует да которая к сожалению доминирует сегодня и Нашим, и в руководстве и среди бизнеса и и к сожалению захватывает значительную часть молодежи и так далее но это естественно не идеология вот этот вот период расхищения растаскивания государственной собственности он заканчивается и нужны какие-то четкие ориентиры в том числе идеологические в каком направлении будет двигаться государство какие приоритеты оно ставит перед собой какие ценности оно защищает и так далее. Но, к сожалению, вот эти попытки создания идеологии, э, в том числе и государственно-патриотической, пока еще никакого отдачи серьезной они не получили. Значит, хочу сказать о том, что мы, наша партия э, давно выдвинула, у нас своя идеология есть, и э, главным принципом ее деятельности является э, идея социальной справедливости, которая как раз объединяла людей э, всех национальностей, всех вероисповеданий, Виданий, значит, различных взглядов, вер атеистов и верующих, и так далее. И более сильной идеи пока еще человечество не предложило. У нас сейчас перерыв. Я напомню, наш телефон значит, 65 10 99 и 6, код города Москвы 495. Еще раз, 65 10 99 и 6, код города Москвы 495. Итак, мы с вами значит, продолжаем наш разговор о наличии в нашей стране, к сожалению, религиозного политического экстремизма и что делать для того, чтобы с этим бороться. Да, надо признать, что в какой-то мере это уже запущенный процесс у нас. Запущенный в том плане, что ну, мы как-то умалчивали в течение почти 20 лет о подобных проблемах. Я никогда не забуду, как уже в Ташкенте на свое время писал об этом явлении, которое это был 91 год. И когда докладывал так, значит, руководство, они так смотрели с удивлением и говорили, ну что, ну, наверное, это все не будет. А к чему это может привести? Но ну, мы видим, что происходит в мире, что происходит в Сирии на Ближнем Востоке. Да что там далеко ходить? На Украине. Посмотрите, что сейчас происходит это тоже радикализм когда значит, умонастроение значительной части населения используют определенные группы как в стране так и за рубежом мы видим как на все это воздействует и значит, ряд известных политиков соединенных штатов сенаторы которые приезжают спокойно и провоцируют все это мы видим, что происходит и со стороны Евросоюза. Мы четко должны отдавать себе отчет, что при малейшей ситуации, не дай бог, возникшей подобного рода, что эти же страны и Соединенные Штаты будут использовать такую возможность по отношению к России. И использовать в том числе ее много, то, многонациональное, многорелигиозное государство. Поэтому нам надо серьезно подумать и об этом. Перед тем, как дать значит, нашему гостю слово, я хочу напомнить еще раз наш телефон 65 10 90. 9,6, код города Москвы 4,95. Вы знаете, я хочу сказать о том, что по моему мнению холодная война в отношении сначала Советского Союза, а потом после его распада в отношении России она практически не прекращалась ни на одну минуту. И то, что Россия и президенту на каком-то этапе удалось сохранить нашу великую страну, это, безусловно, большая заслуга, его, его личная заслуга. Значит, но хочу сказать о том, что вот эти действия, они, безусловно, учитывают и нашу многоконфессиональность, и нашу национальность, и наши различные политические взгляды, которые сегодня доминируют на территории нашего государства. И хочу сказать, что в различных политических партиях точки зрения и подходы совершенно различные на те процессы, которые происходят. И всем, всем, этим пытаются как раз воспользоваться наши оппоненты. Значит, у меня глубокое такое переживание и глубокие чувства, безусловно, вызвали эти события на Украине. Тем более я родился и вырос в Донбассе, и много родственников у меня на Украине живет и работает. И поэтому поэтому, безусловно, вот такое открытое пренебрежение суверенитетом этой страны и попытка откровенного вмешательства в их внутренние дела, оно, безусловно, настораживает, потому что это э, начало или это пример того, как могут э, эти страны вести себя в отношении и стран э, бывшего Советского Союза, и в том числе в отношении России. У нас mm -hmm. на линии Равиль. Равиль, слушаем вас. Алло. Да, да, слушаем, слушаем, Равиль, вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хотел о чем сказать. Вот эта система сейчас говорили про Советский Союз, при Советском Союзе, то есть я вот сам, допустим, не русский вырос в городе в Таштане, и, как я помню, никогда не возникали такие проблемы. Вот насчет того, что вероисповедание и как бы национальность. Это правильно, система, это правильно. Система советская ну, в советское время как бы работала очень хорошо, а, и я хотел еще сказать о том, что зачем нужно было рушить все это, чтобы сейчас вот как мы видим не только даже в этом вопросе, а во многих других э, вопросах как бы возвращается все это, они стараются все это вернуть как бы э, вот этот контроль, э, скажем так. Ну, маленько, конечно, вид но все-таки суть-то та же самая. Равиль, вопрос ваш ясен, да. Вадим. Вадим. Ну, я хочу сказать о том, что зачем было рушить. Дело в том, что нас с вами не спрашивали, те, которые рушили в свое время, да? И хочу сказать о том, что я как-то встретил такое высказывание Чубайса в интернете о том, что зачем все эти реформы проводили, что там делались и так далее. Оказывается, эти отцы-реформаторы, так называемые великие, не преследовали ни цели улучшения нашей экономики, ни улучшения жизни нашего народа, а оказывается, они преследовали цель создания слоя сверху богатых людей, которые никогда не допустят возрождения советской власти. Вот что стояло перед ними. То есть разрушить нашу страну, захватить государственную собственность, разделить, создать слой сверхбогатых людей. Вот они этого добивались, и в конце концов, к сожалению, путем обмана населения нашего, эту цель им удалось реализовать. Но дело в том, что да, можно это сделать, можно было разрушить, захватить, а дальше что? И, и вот, вот здесь, а дальше что? Как раз и в проблемах, что никакой конструктивной программы для развития нашего государства нет. И, и власть не может ничего конкретно конкретно и внятно на эту тему сказать, не их политические партии, которые были созданы и все. То есть фактически сегодня мы в определенном и идеологическом, и политическом тупике. Поэтому выход из этого тупика в нашем понимании нашей партии это только возврат на дорогу социальной справедливости, возврат на дорогу советской власти. Другого выхода я не вижу. Значит, я вам скажу так, что мы четко должны понять, понимать, что Советский Союз развалили по понятным причинам. Это был основной противник, геополитический соперник Соединенных Штатов с Запада, и устранение такого соперника это было действительно главной задачей, и при этом использовать, естественно, те внутренние противоречия, которые имелись, и особенно э, вот та, те процессы, которые были при Горбачеве, к сожалению, да, я считаю, что Горбачев сыграл колоссально негативную роль. И, значит, эта оценка, я думаю, многих согласна. Я хочу напомнить, наш телефон в студии 6510996, код города Москвы 495. Значит, и мы-то сейчас должны отдавать себе отчет, что, в общем-то, процессы, которые происходят сейчас в России, они будут использованы нашими геополитическими противниками. Ведь а, они считают, что задачу до конца они не выполнили. Надо теперь расчленить Россию, да? А для этого надо использовать экстремизм, религиозный, политический. Извините меня, когда э, нам навязывают, э, якобы, возможно, когда-то, не дай бог, э, в роли президента господина Навального, который самая большая должность, это советник внештатный губернатор Кировской области. Простите меня, до чего же мы же дожились, а? что даже в африканской стране подобного чуда недопустимо. А делается это специально, потому что подобные люди, э, они не справятся с ситуацией, и нас ждет развал страны. Страшный развал, но ведь люди-то идут, используются их, значит, зачастую, в общем-то, нормальные э, желания, как бы, жить в более, более справедливой стране, но это тоже политический экстремизм, да? Или Илья Пономарев, которого я знаю очень хорошо, ну, слушайте, ну, какой это, э, значит, левый радикал, прости меня, Господи. Значит, у нас на линии Павел, да, Павел, слушаем вас. Алло, Павел. Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что сейчас геополитически Западу невыгодно играть против России, потому что сейчас все элиты российские, которые находятся как у власти экономической, так и политической, уже повязаны с Западом максимально возможно. Павел я думаю, сейчас нам Савафи, Вы ответит. знаете, я хочу сказать о том, что э, геополитическим противником для э, Соединенных Штатов Америки и для Европы Россия продолжает оставаться. Значит, и э, недаром господин Джижинский говорил о том, что он очень хотел бы видеть на месте единой Российской Федерации семь независимых государств, которые бы прежде всего выясняли между собой отношения. То, о чем вы говорите, действительно имеет место и часть, определенная часть нашей элиты, она корнями уже своими связана с Западом, и капиталы туда вывезла, и семьи вывезла, и недвижимость приобрела и так далее. И тем не менее, к сожалению, вернее, к нашему счастью, этот процесс еще не зашел и не стал уже катастрофическим. Еще есть определенная часть и нашей элиты, и государственных деятелей, и военных, которые не видят себя вне России, и не мыслят категориями западными, а остаются русскими людьми, российскими людьми, которые выступают за интересы своего государства, готовы их отстаивать. И в этом надежда большая. И слава богу, что большая часть нашего населения еще остается патриотами своего государства. У нас Сергей на линии. Да, Сергей, слушаем вас. Добрый вечер, любимая радиостанция. Добрый вечер. Тема совершенно злободневная. Мне хочется вот что добавить. Я совершенно точно уверен, что это не проделки Запада, а то, что происходит сейчас на Украине, как вы привели пример. Совершенно точно там передел, грубо говоря, вот чья, чья следующая будет Украина. Это выгодно и нам, и им я считаю, что нужно разделять экстремизм а, религиозный и экстремизм политический. Политический экстремизм – это то, что делает наша власть сейчас в России. С нами, с простыми гражданами. Так как мы не сверхбогатые, да, наживаются, а, ведут себя некрасиво. А вот что касается религиозного экстремизма, я считаю, что нашей власти это очень выгодно по той простой причине, что, а, грубо говоря, нас можно в определенных рамках ли. всегда можно обвинить человека в религиозном экстремизме когда ну, больше предъявить ему сергей вопрос Есть. если можно да у нас на линии тут еще так ряд товарищей да, да. в чем вопрос Спасибо. Значит, э, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что Сергей доля истины в его словах есть, безусловно. Значит, и то, что власть в отношении граждан ведет себя зачастую как самый настоящий экстремист, когда отменяет все те льготы, все те положения, которые закреплены в Конституции, я имею в виду и право на бесплатное образование, и медицину, и на предоставление жилья, и проводить монетизацию льгот, и не считается военнослужащими нашими, значит, и так далее. И в отношении своей политических оппонентов она тоже зачастую ведет себя э, крайне э, вызывающе. Я хочу сказать о том, что я сам ходил под статьей э, за экстремизм полгода, пытались возбудить уголовное дело против меня, депутата Государственной Думы, лишь на том основании, что мы выпустили листовку э, губернатора Тверской области Зеленина в отставку. Вот на этом основании и ФСБ, и местная, и прокуратура, и Следственный комитет пытались на пустом месте возбудить уголовное дело. Это все, безусловно, присутствует, и как ответная реакция идет э, радикализация оппозиции, в том числе и левой оппозиции. Но я хочу сказать о том, что это одна сторона медали и э, одна сторона правды. Существует и другая сторона, когда... Э, лево-радикально, радикально настроенная молодежь, не имеющая ни опыта политической борьбы, ни правовой культуры, значит, пытается вот такими жесткими э -э -э экстремистскими действиями, значит, призывами, значит, какими-то э, действиями, попытками там, нападения на представителей органов власти и так далее, лишить проблему. Насилие порождает насилие. И если мы пойдем по этому кругу и не найдем точки соприкосновения и решения этих вопросов мирным, парламентским путем, мы можем втянуться в серьезные разборки, в том числе и на политическом уровне. Но я единственное скажу, что значит, я с Соловьевым, господин товарищем, товарищем Соловьем согласен. Значит, но единственное скажу, что власть не заинтересована в экстремизме. Любой экстремизм политический и религиозный может привести к развалу страны. Какая же власть может согласиться? Другое дело, что есть отдельные исполнители, да, там, Условно говоря, там, я не буду говорить, там, я как-то в Думе называл это кудринизмом. Который вот сидит, бухгалтер считает, так вот, вот вот не дадим мы военным туда, этом сюда и так далее. Это вот и порождение. Это, то есть люди, ну, они, у них психология э, вот такая, вот банкам дадим, а этим не дадим. Да? Что касается религиозного экстремизма, никакая власть не заинтересована. Это самое страшное, что может произойти, особенно у нас в стране. У нас в стране много религиозных групп, но две самые большие это православие и ислам. От того, как будет взаимодействовать православие и ислам, каких будет находиться значит, в отношениях, зависит будущее страны. Страшнее, не придумаешь что не дай бог, будет религиозный конфликт. Вы знаете, в Сирии спокойная, нормальная страна. И христиане, и мусульмане, и алавиты, и шииты, все жили вместе. Нормально мне приходилось там быть. Ну, не было никаких нюансов. Да, наверху где-то как-то власть распределялась вот так. Но, в принципе, все было. В Алеппо существовали не только христианские школы, церкви, но и вузы различные, да, христиан никто не угнал. Смотрите, что сейчас там происходит. Страшные вещи, слушайте, монахинь. Города Муариля, -Муа -Муа это греко-православное, это то, что имеет отношение к русской православной, берут в заложники, монахинь, во главе, значит, руководитель монастыря, да, сжигают церкви, значит, э я вам приведу такой пример. Есть такой, такая провинция Ракка, называется, административный центр. Пока, даже когда там была сирийская свободная армия, то, что считают умеренным, хотя уже она полностью развалилась, там никто не трогал христиан. Пришли радикалы, сожгли две церкви, христианские и разные, да. В знак протеста на улице вышли и мусульмане, и христиане, потому что они жили, я не понимаю, что рядом приведет, их начали избивать и так далее. А ведь недавно, 3-4 года назад, все было мирно. То есть это вот опаснейшее Другое дело, что мы когда говорим, давайте там никто к нам не вмешивается. Мы не сомневайтесь, вмеш, вмешиваются и очень активно вмешиваются. Да? Но ну, вы на полном серьезе считаете, что религиозный экстремизм, который возникает, он не контролируется определенными силами за пределами нашего государства? Да, конечно, контролируется. Я уже некоторые факты вам уже привел. Политический экстремизм. Ну, же ли вы считаете, что э, значит, никто никаким образом не влияет на господина Навального, на господина Пономарева? Да можете не сомневаться, или на, там, на свое время господин Гудковых, когда я удивлялся, когда там в доме некоторые факты приводили, ну, далеко от истины, на самом деле все намного хуже, да, конечно, влияю. А как иначе? Конечно, им подсказывают. Да, они поддерживают поддержкой некоторых олигархических структур, как в России, так и за пределами, которые тоже заинтересованы, извините меня, к изменению того, что сейчас есть. Давайте честно, то, что сейчас есть, и то, что было 10 лет назад при Ельце, это две большие разницы. Тогда вообще не было никаких государственных интересов. Все погрязло в расхищении и так далее, и так далее, да. И многим хотелось бы вернуть туда. Тем более, многих обидели, за чего они оказались в Соединенных Штатах, не в других странах. Неужели вы думаете, они там не, ни, никаких образом не влияет, на. можете не сомневаться, этот процесс есть, и на Украине то же самое есть. Это не просто между Западами и э, Россией, но там есть разные олигархические группы и так далее. <coughs> Спасибо. Значит, уважаемые радиослушатели, я напоминаю наш телефон 65 10 99 и 6, код города Москвы 495. Еще раз 65 10 99 и 6, код города Москвы 495. Мы сегодня с вами обсуждаем проблемы который имеются у нас в стране, к сожалению, это религиозный политический экстремизм, к чему это может привести и, в общем-то, что надо делать. У нас в студии наш гость Вадим Соловьев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. И мой вопрос вам, значит, мы признаем, что у нас есть политический экстремизм, да? Вот как бы вы его характеризовали, что на сегодняшний день это есть, как говорится, в лице конкретных лиц, кто это такой, что это такое, зачем они, что они хотят? Ну, вы знаете... Как правило, в основе экстремистской деятельности лежит вот эта крайняя, крайняя нетерпимость, неумение вести диалог, попытка навязать волю, как правило, очень маленькой группы большинству. То есть крайняя нетерпимость, в том числе и национальная нетерпимость, религиозная нетерпимость и так далее. Поэтому сегодня, к сожалению, и на левом фланге у нас... Имеют место эти признаки зарождения экстремизма и на правом и в центре значит я помню два года назад в приморье была ликвидирована так называемая группа левых партизан которая занималась тем что нападали на сотрудников милиции да? и даже были несколько убитых людей но если анализировать деятельность этих людей что они этим хотели доказать что они добились того что убили несколько сотрудников милиции которые выполняли свой долг и у которых остались семьи, без детей, матери и так далее. То есть преследуя какие-то свои цели, которые только им понятны и которые абсолютно не востребованы сегодня обществом, экстремисты ставят, ставят страну в тяжелейшее положение, которое может закончиться очень серьезными политическими и в том числе и военными разборками. Поэтому, вы знаете к сожалению, к сожалению, анализируя вот этот вот процесс экстремизма, да, и появление экстремизма, нужно сказать о том, что не решение многих социальных вопросов, которые сегодня накопилось, не решение национальных вопросов, вопросов с миграцией, значит, не решение вопросов, связанных со статусом русского населения в Российской Федерации, оно как раз порождает идеи, те или иные идеи или ватской националистического толка. И когда э, эти идеи начинают проводить люди, которые не готовы участвовать в политике, вот таким образом начинается э, значит, выяснение отношений. Ну вот э, вы затронули очень такой важный вопрос, что касается статуса русского на населения. Да? Русский народ ⁇ это стержень государства, он был и в советское время, и до... 1917 года и сейчас. Что, по-вашему, надо сделать, чтобы повысить его статус? Вот Как вы относитесь вообще к идее, которую высказали некоторые ваши коллеги и бывшие мои коллеги, о том, что в Конституции преамбуле должно быть, значит, о том, что православие является ведущей религией страны? Вот как вы? Вы знаете, я к этому отнесся настороженно к этому попытке и думаю, что русская православная церковь не, не только не выиграет от того, что в Конституции появится такая статья, а наоборот у нее появится много противников, в том числе политических, которые будут предъявлять претензии к русской православной церкви. Тем более, что у нас многоконфессиональная страна и попытка выделить какую-то религию, тем более в светском государстве мне кажется, это не тот путь, по которому надо двигаться. Вот с моей точки зрения, в Конституции должно найти отражение положение русского народа как государство образующего народа. Вот это положение, безусловно, с моей точки зрения, должно быть закреплено. должно быть закреплены вопросы, связанные со статусом русского языка, с празднованием русского языка и литературы. с с решением целого ряда социальных вопросов в русских регионах нашей страны. Понимаете, я э, представляю э, коммунистическую партию, которая э, сама по своей сути является интернационалистской партией. Вырос в Советском Союзе, и я интернационалист по своему, э, от своего рождения, как говорится. Учился я в классе, у нас было из 27 человек 23 национальности, служил в армии, из 25 человек у нас на заставе 18 человек было разных национальностей люди. Учился в университете, там тоже на курсе было э, совершенно люди разных национальностей. И поэтому к этому вопросу э, бережное отношение. Но вместе с тем, вместе с тем я хочу сказать о том, что в том числе и в экономической политике, которая проводит сегодня государство, есть вопросы, э, есть моменты, которые вызывают вопросы. Чем объяснить, например, о том, что выделяя дотации для регионов Российской Федерации, мы, например, на одного жителя Дагестана выделяем 20,5. Уточним национальным средств. субъектом. Например. Да, национальным субъектом. Я считаю о том, что в соответствии с Конституцией все равны и независимо от того, где человек живет в Тверской области, в Калужской или в Дагестане, финансирование должно быть одинаково. Поэтому вот этот вопрос он безусловно бросается в глаза и на этом почве начинается игра в том числе и националистов. Поэтому нужно быть очень корректным, очень взвешенным в этом вопросе и понимать, значит о том что русский народ ⁇ это государство, образующий народ, и что все эти нюансы должны быть учтены и в национальной, и в экономической политике, и во всех вот этой, в социальной политиках, которые проводит государство. Значит, ну я больше вам там скажу, да, действительно, перегибы у нас финансирования национальных субъектов Федерации уже становится очевидным. Я бы так сказал, что сейчас, может быть, стоит нам посмотреть 10-15 субъектов Федерации русских, которые находятся в достаточно тяжелой ситуации, и наоборот, туда направить основные финансовые потоки, чтобы поднимать этот вопрос. Кроме всего прочего, нам надо все-таки, меняя миграционную политику, подумать о возвращении соотечественников. Вот я как-то приводил, в том числе в нашей студии здесь, о том, что по последней переписи 2009 года в Узбекистане уже свыше 1 миллиона, миллион тридцать тысяч. Только русских. Что такое, что такое русскоязычное, мы вообще еще тоже должны определиться. Да? Я всегда говорю, есть пример Германии и Греции. Да? Если немцы, которые уезжают из Средней в том числе это немцы, это далеко не так. Да? Там, за 200 лет произошло серьезное обрусение. обрусение и так далее. Но их считают немцами по каким-то критериям. Я сталкивался с миграционными вопросами, Значит, у меня друзья есть, понтийские греки. Да это вообще уникальный случай. Значит, понятно, что они греки, да, но они последние 230 лет говорят на турецком языке. Когда их слушают, слушают, вы что, и так далее. Но они православные. Вот их тоже возвращают в Грецию. И во втором-третьем поколении это православные люди, которые служат в армии, работают. Вот там тоже надо принять что такое русскоязычное в конечном счете, потому что очень много смешанных браков. И не yeah. только. И выяснится, что в городах, извините, государствах Центральной Азии, Казахстане проживает не 6-7 миллионов таких, а 10-15 миллионов. Но извините меня, это люди совершенно владеющие русским языком. Языков. У них есть понятие, значит. А... О том, что Россия и, их в общем родина. их родина, так может быть, и, апрель, и начать их возвращение. А мы, а мы говорим, что в прошлом году 63 тысячи приехало, да? Слушайте, ну это, это издевается. Да, в, в отношении наших соотечественников тут очень большой вопрос. Зато да. ми, мигрантов, которые значит, зачастую и по-русски уже не говорят, и чужды. Вот мне как-то с вашими коллегами там, извините, не вашими коллегами, из другой партии известной, значит, не буду назвать фамилию, это мой старый друг, он возглавляет ваш комитет, так сказать, да? Я ему объяснял, что не

что мигрант 1992-93 года это разные вещи, мигрант 2013 года. Тот мигрант был советский человек, он да. говорил так далее по-русски, а сейчас едут с другой ментальностью, с другими знаниями, с другими целями. Да? И нам надо разобравшись с миграционной политикой, да, в конечном счете у нас должна быть очень серьезная программа, программа номер один, это переселение соотечественников в Россию. И тогда мы решим многие вопросы. А то некоторые коллеги ваши, мои бывшие, на полном серьезе говорят, говорят, что нам надо 50-70 миллионов мигрантов. Там, России да, Россия прекратит существование, когда только 10 миллионов въедут. Это тоже, это тоже будет влиять на межнациональную, межрелигиозную политику. Потом я всегда говорю, да не обидятся на меня другие, что ну что такое в Средней Азии русские люди. Это лучшие, представители русского народа, которые-то выехали по различным причинам, поднимая там промышленность, там, да, это целирую, бывшие понимаю. военнослужащие и так далее, и так далее. Слушайте, а я вам честно скажу, это люди работящие, очень такие, ну, я бы сказал, правильные. И это лучший, это генофонд русского народа. Его надо, кстати, там и много было тех, кого называли кулаками и переселяли туда, извиняюсь, да? И они там продолжали работать, создавать и так далее. Их надо переселять сюда. Так Программами переселения, которые существуют, они не выдерживают никакой критики. Никакой критики. Люди, не могут приехать сюда. Мне часто звонят: да? Семен, помоги, с кем я учился, там жил и так далее. они такие вещи расскажут. Что на практике та программа, которая есть, она просто не работает. И нам да. надо их переселять сюда. Это и есть решение значит, такой подобной политики. А то я помню в вашем, в вашем комитете, если не ошибаюсь, год назад была очень странная законодательная инициатива некоторых членов Совета Федерации о внесении изменений в закон о гражданстве. Вы, наверное, понимаете, да, да? да? И там был убран пункт D, да? Знание русского языка. Получалось, что любой человек, у которого предки жили на территории Российской империи Советского Союза, не зная русского языка, если в течение 200 лет он где-то, бог знает где жил, и зачастую, возможно, были вполне негативные понимания нашей стране, он имел право получить моментально и приехать сюда. Но ведь кто-то это делал, он пристил какие-то цели. Слава Богу, я так понял, это не прошло. Не прошло. Да, да. Хотя в первом чтении там чуть ли не было принято. Да? Вот тут, извините меня, такие инициативы, они, извините, должны быть наказуемые, а нам нужно наоборот, нам нужна переселенческая политика тех, кто, значит, я бы сказал я согласен с этим законом, за заключением пункта Д, надо оставить в на совершенстве владеющий русским языком. Язык. И, пожалуйста, пусть въезжает и въедет не 60 53 тысячи, а 630 тысяч, миллион и так далее. Их надо сюда переселять. И я даже часто говорю, вот немцы, так называемые немцы, да, которые уезжают из Казахстана, из Киргиз, России. Но они русские люди зачастую, но они работящие. Давайте создадим условия, чтобы они оставались у нас здесь, в России, они ехали в Германию. Я напомню, телефон нашей студии 65 10 99 и 6, код города 495. 65 10 99 и 6, код города 495, звоните. И я, соответственно, обращаюсь к нашему гостю. Как вы в целом считаете, какую, как должны выглядеть значит, вопросы переселения соотечественников суда наших и приведет ли это к стабилизации ситуации, я бы сказал, вот так уменьшение напряженности, в том числе вот, в плане религиозного экстремизма, политического экстремизма и других моментов. Вы знаете, я хочу сказать, если будет тщательно продуманная программа и это переселение будет носить э, целенаправленный государственный характер, значит, и под эту программу будут выделены соответствующее финансирование, то безусловно э, часть проблем, которые сегодня у нас возникают и в межнациональных вопросах, и с трудовым э, с трудовым населением, они будут решены, потому что действительно очень много соотечественников, которые хотят переехать в нашу страну, являются очень высококвалифицированной работниками, работящими, имеющими хорошую квалификацию и которые способны... Вот на что я обратил внимание, когда сталкивался э, с отечественниками, которые переселялись в Тверскую область, да, что это люди, которые готовы работать в любых условиях и способны на пустом месте делать свое дело. Вот это меня очень заинтересовало. Они э, могут и мастерскую открыть по ремонту автомобилей, да, и маленькое кафешку открыть, и э, заниматься сельским хозяйством и решать другие вопросы и так далее. Но вот это бюрократические припорны, вы знаете, проходило в своей депутатской деятельности сталкиваться, что десятилетиями наши соотечественники, родители которых по распределению уехали в Казахстан или в Узбекистан, не могут получить гражданство и паспорт российский. Раньше гражданство получает человек, не владеющий русским языком, да, да, дам, да, не он... буду называть так сказать, он раньше получал. Да. Я объясню причину, потому что, ну, это нет сплоченности, нет денег. С Ташкента сюда приехать надо 200 долларов. Зарплата 20 долларов, если он еще работает. А ведь давайте вещи назвать номинами. Зачастую, если мы будем говорить вещи так как они есть, они так, как кому-то хотелось, то зачастую то, что называется русский, русскоязычный, там это, это, это апартеид. Они находятся на положении людей второго сорта, на работу принимают последнюю очередь, в общем-то, э, да. достаточно бедственном положении. И мы этому не уделяем, потому что, ну, когда я слышу, что в Ташкенте есть музей оккупации, который посвящен всему периоду нахождения Узбекистана в системе, значит, Москвы, скажем так, ну, это многом говорит, да. Это, Почему это большие города, а что творится там где-то... в глубинки. Ну вот недавно мне звонила моя бывшая, вместе выросли соседка, она врач. Она говорит, ну вот уже появились, переводчик нужен для того, чтобы он, она врач, да. То есть, ну уже дальше некуда, да. Соответственно, говорит, ну жизнь невыносимая. Поэтому нам надо в этом плане серьезно работать. И еще у меня к вам один вопрос. У нас был принят концепция национальной политики, вы знаете, знаете до 2020 года, на который выделили, платили, если не по 36 или 38 миллиардов рублей, выделили, слава богу, 6 небольших миллиардов. По-вашему, вот то, что там за Решает межнациональную проблему, снимает вопросы экстремизма в религиозного национального плана или нет. Вы знаете, к сожалению, вот эта программа, она настолько общий характер имеет. декларативная. Наст... Декларативная. Давайте убеждать как конкретики. да. Конкретики. Подходите, убеждать, решать, рассказывать, пропагандировать. То есть всеми этими общими словами, что у меня создалось впечатление о том, что эту программу специально для того разрабатывали, чтобы получить финансирование. И, и ни за что не ответить. Да, — да, да. Потому что ответить невозможно. И причем до двадцатого года за 7 лет они хотят, чтобы, значит, гармония была. Наше, но вот это, это на что-то похоже там. И, ну, ведь это серьезнейший вопрос, правильно? И когда мы говорим о борьбе с экстремизмом в области религиозного мы четко должны понять, что нам нужна реальная программа да. по, и реально оценивающая ситуацию. В том числе то, что мы сейчас вам поняли, подняли вопрос, переселенческий вопрос, вопрос ограничения миграции, значит, систему управления всеми субъектами федерации на равных. С Москвы, Москва должна жестко управлять. Я всегда привожу пример. Что такое сейчас федеральный инспектор? Да ничто по сравнению с системой вторых секторей. Помните, да, это можно как угодно называть, да, значит, следующее, когда даем деньги, вот сейчас там будет хорошо, но ну, извините меня, хорошо было тогда, когда там работали русские люди, создавали промышленность, вокруг них создавалось некое хозяйство, этого же сейчас ничего у нас, к сожалению, нет, но, значит, у нас уже, в общем-то, практически мы заканчиваем нашу передачу, значит, у нас был, у нас сегодня в гостях был Вадим Соловьев, заместитель председателя комитета Госдумы по Конституционному законодательству и государственному строительству. Значит, те вопросы, которые у нас были, я надеюсь, мы на них ответили. То есть мы видим, что сегодня, в общем-то, не так все просто обстоят дела. И нужны очень конкретные программы, а не общедекларативного характера. И пока вся тяжесть ложится с экстремизмом на наши правоохранительные органы, которые, слава богу, справляются. Но этого недостаточно. Надо и решение других вопросов. Спасибо. Мы с вами расстаемся. До свидания.